Добрый день. Мы находимся в парке на окраине Сиэтла. После многочасовых плясок с бубном в российском консульстве, которые у меня сегодня были с утра, я наконец-то заполнил все документы, и через полтора месяца меня заверили, что наш ребенок наконец-то получит гражданство и все необходимые бумаги. Прилетел в Сиэтл сегодня в 1:30, долго кемарил в аэропорту, потому что невозможно было добраться. В 5 часов заработал быстрый способ доставки в Даунтаун, такая вот местная электричка. Сам город вначале показался сумрачным, но когда появилось солнышко, все резко поменялось. На самом деле город очень чистенький, необычный город. Можно посмотреть на панораме. Располагается он на берегу Тихого океана, практически на границе с Канадой. Его называют «Ворота в Канаду», еще одно название — «Изумрудный город». Вот эту замечательную башню Space Needles, космическая игла, многие люди помнят по фильму «Люди в черном». Сейчас мы туда пойдем. А это такой замечательный парк, где бегают люди. Повторяю, это окраина Даунтауна. Сам город очень протяженный, размазан вдоль побережья, уходит немножко вглубь территории, располагается кусками на островах, полуостровах. Первое впечатление, мне он очень понравился. Хочется еще раз туда попасть.